Снова польские яблоки и пармезан могут появиться на российских прилавках уже в следующем году. Ну а может и какой другой товар увидим. Западные информагентства со ссылкой на европейские дипломатические источники сообщают, что часть санкций против России собираются снять. Одна из главных причин такого послабления – это серьезные убытки местных фермеров и бизнесменов. Именно они и давят на власти. Но это не первый сигнал в пользу отмены санкций. По всей Европе все чаще слышны голоса в поддержку такого решения. Вот ранее несколько итальянских регионов уже призвали отменить ограничительные меры против Москвы. Более того, признать референдум в Крыму. За отмену санкций против России высказались парламенты Кипра и Франции. Напомню, что наши отношения с Западом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией. США и ЕС ввели тогда ограничения против отдельных россиян и компаний, а затем уже в отношении целых секторов российской экономики. Но в ответ Москва ввела свое эмбарго на поставки продовольственных товаров из этих стран.